Давай-ка я тебе кое-что расскажу. Нью-Йорк — это самый лучший город во всем мире. Это мой город. Я провел свое детство на этих улицах и сумел забраться на вершину. Я заручился доверием, делая кое-какую работу для Дона Карло Гамбино. И вот так я заслужил свое место в мафии. Пап, я думаю взять передышку на год. Ты что, хочешь со мной зависать? Ты хоть знаешь, что ты делаешь с этой семьей? Я построю нечто, что никто не сможет разрушить. Салют! Пол Кастеллано — это рыба посреди пустыни. Я никогда его не уважал. Если ты убьешь босса боссов, ты обрушишь адский огонь на нас. Тут нету другого выбора. Тебе понадобится поддержка всех пяти районов. Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд и Бронкс. Сейчас наша работа — сохранить лидерство. Я выдвигаю Джона Готти. За нового босса! Салют! Сообщи всем, что теперь все решаю я. Я так тобой горжусь. У тебя уже должна быть собственная команда. Мистер Готти, это правда, что вы глава криминальной семьи Гамбино? Я глава своей семьи. Миссис Готти, вы знаете, чем ваш муж зарабатывает на жизнь? Он нас обеспечивает. Джон привлекает слишком много внимания прессы. На это нельзя закрывать глаза. Это предназначалось тебе. Тобой еще никогда так сильно не интересовались. Что ты сказал на этой записи? Я много чего сказал, что подставит целую кучу людей. Пап, ты только скажи, я ради тебя с обрыва сигану. Ты мне клялся, что никогда не вовлечешь его в этот мир. Наша жизнь — это замечательная жизнь, если тебе это сойдет с рук. Джонсон был информатором у ФБР. Это чертова ложь! Соблюдайте порядок. Ты сражаешься, пока больше не сможешь сражаться. Никогда не отступать. Никогда. Мы идем вместе, и мы падаем вместе. Такова жизнь.